Всем салют! Вы на канале Ёжик Шоу, и это мое новое видео об интересных фактах про канал и создание ВТК. Долгого вступления не будет, поэтому скорее ставь лайк, подписывайся и поехали! Что ж, я разбил факты на небольшие группы. И начнем мы с тех тем, которые должны были быть в моих ВТК, но по итогу оказались отброшены. А закончим тем, почему мой аккаунт называется Нейро19, а моих персонажей зовут именно так. Что ж, время для тематик, которые должны были быть в моих БТК. Одна из них – техника. Когда я еще только начинал создание БТК и был помешан на смартфонах, планшетах и технологиях, я хотел посвятить этому обнову. Там должны были быть скины в стиле Samsung, Xiaomi, Apple и так далее, но только с измененными названиями, дабы не получить авторские права. Но идея не сбылась из-за сложности в поиске брендовых скинов, а рисовать я тогда не умел. Далее уже темы, задуманные в начале 2023 года. И именно тогда я уже знал о острове Редж, кухне Кандиленд, однажды в Хэгвартс и Стар Ворлд. Но вот озеро духов было придумано куда позже и заменяло обнову механический лес. Там был бравлер-механик и меха-скины. Как раз на него была отсылка в конце ВТК про Гарри Поттера. И последние тематики – гольф со скином Гольф Мортис и Сантель, подобие отеля Мистера Пи, но только летом. Также мы хотели вместе с Егоркиным Бэк создать коллекцию скинов по песням Короля и Шута, но что-то не срослось. Да-да, многие тематики были задуманы за много месяцев до их выхода моей командой. Кстати, о команде. Я создал ее после БТК о вирусах, и уже психбольница Стар вышла с рисованными моими участниками скинами. Команда берет свое начало с 5 апреля 2022 года, и с того момента в ней было 28 человек. Это дизайнеры. Рома, Лдошек, Марио, Риша, Гудлак, Базил, Свин 360, Рейвис, Максви, Пупкэт, Шляпник, Шарк, Ватуфанчик, Лола, Биба, Сосиска, Фаб, Марсель, Бевра, Ярко и Севен. Последние двое со мной до сих пор. А Ромал является самым первым в моей команде после коробки. Кроме того, были дикторы, создатели идей, монтажеры и советники. Среди них Бравл Дима, Мистер Страус, Генри Липтон, Акра, Коробка и Кар Карл. Кстати, начиная с психбольницы Стар и заканчивая обновой ремоделей, в конце моих БТК были все, кто участвовал в его создании. Но уже после Бравледейс 2023 я забыл про титры. А давайте немного расскажу о создании этой зимней обновы. Как вы можете помнить, это мой подарок для вас на Новый год, а также первый БТК после моего ухода. Его я делал полностью в соло, и даже моя команда не знала о разработке. Перед его выходом в моих новостях начали появляться вставки с помехами на черном фоне. Была куча фраз и отсылок, в большинстве своем там были указаны цвета фиолетовый, красный и радужный, что символизирует редкости каждого из новых бравлеров. Кроме того, там часто упоминается, что они все находятся в какой-то ловушке, что являлось складом для игрушек, ибо это обновление про плюшевый мир. Правда, немного ранее он должен был называться «Плюшевая армия» в честь игры коробки «Плюш армии». Еще можно было увидеть дополнительный телеграм-канал с отсылками, который теперь является каналом Ёжик Ликс. Кроме того, вы могли видеть этот геймплей, который сейчас на фоне. Это отдельный аккаунт, который также появлялся перед БТК и отсылал вас к нему. Но за всеми этими жуткими отсылками скрывался мышап из ТикТока «Наплыли мы по морю», слушая который, я сделал 85% всего БТК. Ссылка на мышап в описании. А хотите еще сливов? На самом деле, они всегда были так близко, а именно в тегах моих БТК. Прямо там всегда спрятаны имена моих персонажей, названия сезона и не только. Но посмотреть их не так просто, да и кому оно надо? Ведь есть более легкий метод, а именно белка Адель, которую один из моих дизайнеров чисто по случайности слил просто в моем же чате, но через пару мгновений уже удалил. А теперь время приступить к именам моих персонажей и моему нику. Если вам покажется, что фактов мало, то вы правы. Я решил разделить это видео на две части, и вторая из них с дополнительными фактами выйдет уже завтра. И если она еще не вышла, то как минимум стоит на премьере.
Спидран, по именам, поехали! Я уже 7-й раз перезаписываю это аудио и сорвал все, что можно было сорвать. Начнем с Плюши из магазина игрушек. Он, как я уже говорил, должен быть в сезоне Плюш Армии, но я немножко изменил это. И из-за этого я взял имя Плюш, но при этом боец был вдохновлен не игрой коробки, а коллекцией BT-21. Далее у меня Леди Хилл. Думаю, тут также все просто. Она хилит, а также супергероиня. Так и получилось, Леди Хилл. А на очереди Кен от английского глагола мочь. Ведь он может и делает буквально все, что не делают Бастер с Фэнгом, ведь он в их трио. Еще одно дефолт. Имя Трон. Ведь Трон – самое богатое существо вселенной, и у него точно есть не один трон. Плюс такие кресла обычно ассоциируются с богатством. Да уж, гениальный игра слов. Думали, что все будет так просто? Нет, ведь это Watermelon. Из каждой части этого слова я взял первые две буквы, получив Vame, а потом заменив M на N. Ну и наконец, для вида, но не для звучания, я заменил W на V. Так и получился мой хэллоуинский арбуз Vane. Ну и наконец, думаю, вы знаете Билла Шифра из Gravity Falls, имя которого я перенес на похожую по характеру бравлершу из психушки – Билли. На этом первая часть интересных фактов почти подошла к своему логическому завершению, но остался главный секрет. Нейро 19, мой ник в Brawl Stars. Около 2,5 лет назад, когда еще не играл в ВС, но уже смотрел многих ютуберов по игре, я горел желанием создать и свою. Да, тогда я не мог придумать чего-то креативного, как в Лифа. Поэтому это почти была копия БС, а все заметки и описания были на бумаге. Да, у меня сейчас есть десятки, а то и сотни листов описания несуществующей игры под названием Шисик, построенные на прятках. Но самое главное, это персонаж оттуда по имени Нейро. Он был богатым мальчиком, использующим самые передовые технологии. И вот его дизайн, созданный мной в том возрасте. Это был один из моих самых первых рисованных персонажей в жизни. Получается, что да, я назвал свой акт в честь него, добавив случайную цифру, 19, не помню почему. Что ж, теперь вы знаете множество фактов обо мне, моем канале и БТК. Ждите вторую часть, которая выйдет уже завтра, ссылка на нее в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свое мнение и всем пока. Скоро увидимся.